Ландшафтный парк в микрорайоне Макаренко по инициативе главы курорта заложен в честь 80-летия Краснодарского края. Это площадь в 15 гектаров, где накануне установили памятный камень. И жители микрорайона вместе с главой города Анатолием Пахомовым посадили первые деревья. В зеленой зоне будет проложено 9 теренкуров, обустроят детские спортивные площадки. Средства на эти цели выделили из бюджета города. Капитальных строений на этой территории не будет. Об этом Анатолий Пахомов заявил уже на встрече с местными жителями. Мы его обязательно вычистим. Основные работы все сделаем. В течение года, я думаю, что здесь появятся и лавочки, и освещение этих троп, которые сейчас... Ну, по большому счету, он отсыпается. Глава города также добавил, что у парка будут обустроены парковки для машин. То есть, по большому счету, здесь могут отдыхать все жители города. Вопрос парковок актуален еще и потому, что поликлиника на Макаренко обслуживает и жителей Пластунской, и Донской, и села Барановка. Пациентам, особенно с детьми, нужно место, где можно было бы оставить машину. Но в микрорайоне много земли занято под частные гаражи, которые в свое время были установлены без разрешительных документов. Теперь пришло время навести порядок с муниципальными участками. Взял кто-то на нашей муниципальной земле, набросал гаражи. Естественно, надо их убрать, и там будет парковка. И она обязана. Просто бесплатные парковки должны быть перед каждым муниципальным лечебным учреждением. Люди должны приехать, но и иметь возможность свой транспорт оставить там. В беседе с жителями глава города еще раз напомнила о соблюдении безопасности, о том, что сами люди могут подсказывать полицейским о появившихся в их доме неблагонадежных людях. От службы участковых Анатолий Пахомов потребовал, чтобы на двери каждого дома в Сочи появились фото и телефон участкового уполномоченного. Елена Овсецина, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.